Девушки, привет! У нас сегодня будет калейдоскоп из разных украшений. И я вам хочу сразу несколько заявлений сделать. Заявление номер один. Ящик с марказитом принесли буквально 20 минут назад. Буду его потихоньку разбирать. Заявление номер два. Пятый месяц, то есть заказ майский, ушел в производство. Шестой месяц мы постараемся уже, наверное, через сайт заказывать. У меня есть новый сайт, он не вместо старого, это дополнение. Сайт, который специально для заказа. Так, сейчас, девочки, я свет поправлю. То есть там можно будет заказать марказит, там есть каталоги. Так будет просто удобнее и более четко. Номера заказов я вам буду давать, как и раньше. Там также есть и шаблюль, но еще нет каталога. Если вы знаете артикул или номера, то можно заказать, иначе пока по старинке. Прошу протестировать и сообщить мне результат. Плюс есть мой сайт, который заходите, там очень много красивого. Правда, мы где-то недель две туда ничего не добавляли, но до этого загрузили очень много украшений. Там очень много комплектов от Семенды и индийские вещи. То есть заходите, посмотрите. Насчет встречи. Я все-таки склоняюсь вторая неделя июня. Давайте обсудим в комментариях, потому что война нам сбила все на свете. Мы тогда решили, что будем делать два дня, правильно понимаю? Четверг и пятницу, потому что не всем удобно. Да и с точки зрения короны это, наверное, более правильно. Вот. И последнее сообщение. Не помню, вспомню, скажу. Так, у меня сейчас в руках три кулона с лабрадором. Значит, кулоны эти пришли к нам из Гамбурга. Это поставщик, с которым я познакомилась на выставке. У меня есть еще от них интересные новинки, про которые, честно говоря, даже забыла. Я обязательно выйму и покажу. Эти кулоны уже я вам показывала. Даже, по-моему, кто-то что-то отложил. Но они очень давно лежат, поэтому будем считать, что продаем их сначала. Значит, это номер 837. Его цена $46. Вот такой вот спектролит. Так. 834. Мне кажется, Симона откладывала. Симона, отзовись. Если ты приходишь на встречу, я тебе его оставлю. Если ты уже передумала, я его выставляю в продажу. $45. Такой вот зеленый, красивый. Ребята, все, кто получил штрих-коды вчера и получит сегодня, завтра курьер. Все остальное уже давно ушло. То есть только те, кто вчера получил коды, штрих-коды, и сегодня получит. Все, что позавчера и раньше, давно уже ушло на почту. Дальше. 835. $45. Такой вот красивый спектролитик. Тут есть какие-то внешние как царапинки, но это из-за того, что камень такой яркий. То есть, чем ярче, тем больше пластинок, перегородочек, решеточек. И за счет этого он вот так вот резирует красиво. Резаться у него потрясающе. Так, это что касается гамбургских украшений. Сейчас, ребята, мы перейдем к марказиту старому. Это те вещи, которые не выкупили. И я больше ждать не могу, потому что реально уже прошли все сроки. Поэтому я выставляю то, что у меня лежит неопознанное. То есть люди, которые заказали, видимо, передумали. Но, значит, кому-то будет удача, что называется. Значит, смотрите. Ну, во-первых, это никто не заказывал. Это я заказала просто в продажу. Значит, здесь цитрин натуральный. У нас будет кольцо и еще набор здесь гвоздики. Здесь нет, кстати, нет, есть перит. Вот я думала, что это как бы чисто серебряный, не марказитовый. Нет, все-таки есть вставки перита. 114 номер этого комплекта, $60.
Здесь идут цитриновые серьги-гвоздики и вот такой очаровательный кулончик. И на подарок, и тем, кто любит мелкие украшения. Весь общий вес 6.40. Так. Такой же точно цитриновый набор. Только под номером 116. Тоже за $60. Я не знаю, почему одинаковая цена. Обычно гвоздики дешевле. Либо английский замок дороже. Ну, ладно, не будем уже спорить. Значит, только, видите, английский замочек. Все то же самое. 116 номер. И его вес 7.40. Так, еще есть отдельно, это может быть или к первому набору, или к второму, под номером 115, кольцо 3 грамма, $36, 17 размер, с цитринами. То есть это идет у нас как набор. Так. Голубой топаз у нас остался, $112, кольцо на 18 размер. Простите, не $112, номер 112, $36, 3.10 грамм. И к нему есть набор серьги-гвоздики, тоже $60, номер 113. Серьги, гвоздики и кулон. У меня есть идея такая сумасшедшая совершенно. Взять асимметрию, разделить, например, а в одном ухе голубой топаз, в одном ухе цитрин и два кулона повесить, один ниже другого, топаз и цитрин, как бы на две цепочки, получится такой, такая интересная смесь. Так, значит, серьги с сапфирами за $75, это была ошибка, девочка просила родонит. Не родонит, родолит она просила. Мы перезаказали, ну а эти серьги, получается, не нужны. И поэтому выходят в продажу. Их номер 1. 3.50 грамм, $75. Очень крупные сапфиры здесь стоят. Гвоздик, так что кому нужно, забирайте. Так. Также есть у нас свободный набор гвоздики, ракушки номер 40, $38, 6 грамм вес. Тут и голод по крыше ходит, как слон, так стучит копытами своими, вам, наверное, слышно в видео. И номер 3, кольцо за $68, 14,80 грамм. Сейчас мы его размер посмотрим. Оно, по-моему, 17. Да, 17, я его помню хорошо. На 17 размер, очень красивое кольцо. И вот серьги-гвоздики к нему. Кольцо еще раз, $68, номер 3, 14,80 вес. И серьги 6 грамм, номер 40, за $38. Так, еще одни гвоздики за $36. Так, не летайте. Вот такие вот. 39 это номер. Цена $36, 5.10 грамм их вес. Так.
Набор кто-то заказал, шикарнейший совершенно, и не появился. Иногда люди ждут, что я к ним буду обращаться, но это не очень реально, потому как у меня очень гигантская просто переписка с вами, и еще бегать за кем-то очень сложно. Поэтому лучше, чтобы вы смотрели видео и отслеживали свое. Значит, вот такой шикарнейший просто набор. $109 серьги. Голубой топаз натуральный, 13 грамм, номер 9. И номер 10, кольцо, 70, сколько, простите, $64 кольцо. 8.90 грамм. Размер тут явно... Или 10-й, сейчас проверим, американский. Ну, очень красивый просто набор, сказочный, богатейший. Английский замок. Сейчас мы тебя, дорогой мой, промерим. Это у нас 20-ка. Значит, тут интересно, если вы не заметили, я вам хочу показать. По углам еще есть голубые топазики маленькие. Вот, видите, как бы внизу. Шикарненький. Так, далее, по ошибке заказали две пары одинаковых, одну пару забрала заказчица, вторая пара вот в $39 выставляется в продажу, номер 2, 6.10 грамм. Часики, любовь моя, я их всегда заказываю, потому как они мне очень нравятся. Их забирают, я опять заказываю. Номер 50, $146, медиум, это 18, то есть на запястье 16,5. И 31.90 грамм. Вот такие красопульки. Часы очень мне нравятся, очень красивые. Вообще у них часы, конечно, богатейшие. Ничего не могу сказать. В часах они специалисты. Разнообразные формы циферблата. В израильском серебре бывает только три вида. Средние, маленькие и большие. Ребята, значит, любименький наш 257. Этот номер конкретный кольца, $31, 4.80 на 17 размер. Цитрин. Любименькая модель. Мною найдена когда-то в закоулках каталога. Сразу как увидела, я обожаю поперечные кольца, вот такие. И, конечно же, не удержались. И девчонкам нравится. И цена отличная, $31. Я думаю, это еще по старым ценам. Так, что у нас еще тут лежит интересного? Значит, вот это кольцо, ребята, я уже жду очень долго. Я не знаю, почему-то девочка его не забирает. Это Наташа из Алматы. Наташ, смотри, я показываю последний раз. Если ты его не выкупаешь, там еще и серьги были. Я его просто продаю. 5.50 грамм, $37, изумруд. Номер кольца 18. Размер... 20.2. Так. Кто-то из новеньких девочек заказал кольцо и исчез. 292 его номер. $43. 8.40 грамм. И размер его 20.6. Очень красивая. Крупное кольцо. $43, по-моему, отличная цена. Модель шикарная, так что забирайте. Так, так. Скорпиончик. Я уже показывала несколько раз. Случайно сделали два одинаковых. Это его номер 216. $48 его цена. Он стоил дороже, я его немножко удешевила. Глазки гранатики.
он идет как брошь, и можно через его вот эти вот лапки передние, клешни, протащить цепочку, и тогда он будет и как кулон. Но, в принципе, он рассчитан на то, что он брошь. Вот такой вот знак зодиака оригинальный. Мелкие слоники, 200, для детей или для тех, кто любит мелкие украшения, 4.30 грамм, 209 номер, $31. Вот такие веселые слоники. Еще из мелких цитрин. $34, 8, номер 85. У нас были с разными вставками, но, в общем-то, забрали, по-моему, в основном все. Даже не в основном, а все забрали. Вот остался только цитрин. Номер 85, 3.40, $34. Кошки. Мне кажется, их кто-то откладывал. Если да, то найдитесь, пожалуйста, и сообщите мне. $281 номер, $39, 6.40. И вот такие глазки классные. Эмаль. Так. Птички обалденные, как они мне нравятся. 271 номер. У них было кольцо, но кольцо купили. Вот серьги остались. $34, 4.40 их вес. $34. Английский замок. Ну просто снегири один к одному. Я каждый раз на дверь поворачиваюсь. У меня там Иришка Лаваренко сделала магнит в виде снегиря. Сейчас девчонки вам обязана показать. Вот у меня тут разные магнитики на двери. Вот смотрите, какая прелесть. Это мне Ирка Лаваренко сделала. Это магнит. Она его сама вышила. Такой снегиречек. А вот это ее мышь. И вот это ее мышь. Классный, правда? А это наш Гизя заснул под роялем. Так, возвращаемся на стартовую площадку взлетную и продолжаем. Лебедь. $33. Тоже мне очень нравится, но как-то никто его почему-то не забирает. 234 его номер. Это было кольцо, мы перепутали артикул и его нам. Это колечко вместо чего-то другого, но он такой милый. Глазки гранатик, вот такая лебедушка. Размер, ребят, по-моему, 18, судя по тому, что еле снимается с меня. Да, 18,2. Это все-таки мне на средний палец подошло бы больше. $33. Даже на подарок вот такое очень милое кольцо. Так, был у нас набор, но мы его раскурочили, кольцо мы продали, а серьги остались. Это, кстати, вот набор, он потрясающий, к нему и браслет, и часы, и кулоны, и серьги, и кольца, и все это очень стильно смотрится. $60, но он 17.60 грамм, английский замок, то есть очень красиво смотрится. Такой современный вид у него. Забирайте, очень оригинальный. У меня здесь есть большой заказ, который лежит очень давно. Больше месяца точно. Я больше просто не могу его держать. И сейчас я его покажу. Если хозяйка видит это видео и все еще хочет забрать, обратись ко мне срочно. Иначе мы его просто распродаем, потому как нет у меня такой возможности держать украшения больше месяца неоплаченные. Значит, во-первых, часы. Это наш хвост дракона, любимый. Оникс вставка. 313 номер.
$164.52 90. Он идет медиум на меня. Что значит на меня? 18 сантиметров на запястье 16,5. Так что, если кому нужно, забирайте, это раз. Дальше в заказе у девушки был набор с изумрудами. Значит, 314 за $75. 14,70 грамм. Английский замок и кулон. У нее же была цепочка на 18 инч за $45. Это, ребята, иди сюда. 35-я цепочка. Она тоньше, чем 27-я. Сейчас я вам ее продемонстрирую. А, ну я не очень могу продемонстрировать, потому что бирка висит. Но как бы вот так. Вот она будет. Вот так вот смотреться. На 18 инч. Кто не в курсе, инч это 2,55 сантиметра. Так, цепочка $45. И к этому набору идет кольцо. Сейчас я его тоже покажу. Значит, еще раз. $75 серьги и кулон. Цепочка $45. Кольцо под номером 315. $41. 6 грамм. Это, ребята, еще старые цены. Это лежит у меня очень давно. Все это, вся эта музыка. Значит, 17 размер кольца. Так. И также лежал у нее кулон. Зеленый агат, $33. Его номер 311. Бублик такой, очень тоже красивый. Вот, под, наверное, под этот бублик вот цепь и была заказана. И под него, и под изумруд. Так что, девчонки, забирайте. Оно очень давно лежит, просто уже как бы не в одни ворота, что называется. 311 номер, $33, 6 грамм бублик этот стоит. Очень красивенький. Хороший вкус, хороший выбор. Жаль, что не забрала. Ну, будем надеяться, что девчонки порадуются вместо заказчицы. Так. До сих пор у меня лежит. Тоже девочка отложила. Это уже заказ попозже. Это недавно лежит, но тем не менее. Выкупи, пожалуйста, либо выставляем в продажу. $93. Это номер 26. 26-3. Это очень важно. Предыдущие все были -2, это -3. Представляете, когда, если мы уже получаем сейчас четвертый, то есть это с прошлого показа. $93, 21,80 грамм, 7 инч этот браслет. 7 инч, это значит, ну вот на меня, наверное. 18 сантиметров. Да, 18 сантиметров. Это на меня. Голубые топазы. И еще у нее были часы здесь с жемчугом. 25-3 за $130. 37,80 грамм. Тоже мне очень нравится. У нас общий вкус. Очень мне нравятся заказы. Это браслеты, часы просто великолепные. $130. Медиум тоже. 16,5 запястья 18 метров. 25-3. 37,80. Изумительно. Забирай. Жалко. А то себе оставлю или продам. Себе я обычно ничего не оставляю. Но вот иногда очень хочется. Девчонки спрашивают, как я ничего себе... Ну, как бы... Абстрагируюсь, я как бы ставлю стеклянный барьер, я не вижу эти вещи как свои, я их даже не меряю, вот только у вас на видео. Но как только что-то становится моим, например, какой-то подарок или что-то мною выбранное, что бывает редко,
то все. Это уже я никому не отдам, не продам, и это мое. Как бы у меня как-то очень серьезно разграничение. Так, девочки, я знаю, что за вот эти вот кольешки всегда драка, их очень много всегда заказывают. И вот, тем не менее, лежит 21,5 инч, $89. Чье это, девочки? Первый, кто найдется, отдаю. 21,5 инч, это у нас, ребята, где мой калькулятор? Калькулятор, а может тут написано 55 сантиметров. Пожалуйста. Так. И напомните мне, пожалуйста, кто просил, а ведь просили, я помню, вот эти вот космические часы с голубым топазом, просили отложить, а кому не помню. 54-3, $106, 22,90 вес, натуральный голубой топаз. Напомнитесь, пожалуйста, кто это откладывал. Так, ребята, насчет марказита мы закончили. Сейчас посмотрим еще что-нибудь. Так, сейчас мы, девчонки, перейдем опять на другую тему совершенно. Это у нас третья сегодня тема, разная. Это четвертый завод от Израиля. Тут я нашла корзинку с всякими интересными штучками. И на сайте этого еще нет. И вот хочу вам показать. Номер 2054. Значит, тут идет белая керамика. Это вот как-то модно очень сейчас. И вокруг опалиты, опаловое стекло. И здесь золото 9-каратная напайка. Это кольцо 17 миллиметров. То есть я считаю, я его не могу померить, но у меня маленькое, что оно в районе 16-16,2 на тонкий пальчик. Цена его $120. Тоже это еще старые цены. И такие вещи в магазине стоят очень дорого, как вы знаете. Тем более с золотом. Это раз. Во-вторых, у нас был набор. То есть он и был, и есть. И будет есть. Я про него совсем забыла. Он у меня лежал в сторонке. И я вам не показывала его давно очень. Значит, набор состоит из серег и кулона. Очень маленький, очень миленький и по довольно бюджетной цене. Сейчас вам скажу, сколько. Значит, у него даже есть номер, хоть он и маленький. Вот такой вот кулон и серьги. В серьги, по-моему, я могу даже вам поменять на английскую швензу, в принципе. Хотя крючочки тоже неплохо. Значит, 20-24 это кулон, 20-23 это номер серёг. Это римское стекло. Как вы знаете, это раскопки. При которых, в общем-то, добываются эти стекла с патиной сверху восстановленной. Видите, тут завальцовано. И сейчас вам скажу цену. Ребят, весь набор $74. И серьги, и кулон. С римским стеклом. Если захотите поменять на английскую швензу, и я смогу ее вдеть, ну, ушко вроде нормального размера, то это еще плюс $9 будет. Это, ребята, 20-25 с стеклом римским, с английскими швензами, без патины. Вот я как раз больше люблю почему-то без патины. Ну, такие классные. В этой же корзинке обнаружились от Шаблюля очаровательные совершенно серьги за $36 с жемчужинками, 10-35, колесики такие, тоже можно английскую швензу поставить, такие хорошенькие.
36 долларов. Кто не хочет английскую швензу, я выдаю заглушки, когда они у меня есть, конечно. Когда они у меня есть, я обязательно вам надеваю заглушку при отправке. $10.35 их номер, $36. Такие лапочки. 2071 колесико, $56. Значит, в колесико в это входит. Это тоже старые цены еще. Золотая двух цветов. Напайка именно желтая и розовая. И посередине колесико вот такое с фианитами. Вот такой вот интересный кулон. 2071 его номер. $56 старой цены. Интересная корзинка. Я так наталкиваюсь, как сокровище. Смотрю, мне тоже интересно, что ж такое интересного. $54. Это шаблюль с английской застежкой, с английскими швенцами. Все такие классные серьги. 10.34 их номер. $54. С натуральным жемчугом. Так. О, тоже моя любимая модель. Оникс с жемчужинами. Было таких... А, нет, это не оникс, ребят. Я извиняюсь. Сейчас мы тут сделаем порядок. У меня перепуталось 4 серьги вместе. Тут, значит, идет так. 2 серьги оникс. Вот они. И 2 серьги гранат. Это шаблюль с швензой французская, жемчужинка натуральная. Значит, что у нас происходит? $47. Одна пара 10.37. 10.37 это оникс. И 10.36 это гранат. $47. Очень люблю эту модель. С висюлькой. Забирайте. Еще раз, 10.37 это оникс, 10.36 это гранат, $47. О, кто просил длинные серьги с зеленым аметистом? Каркуши, ты, по-моему, просила, смотри. Зеленый натуральный аметист с английской швензой, длинные серьги. Цена у них $70. А, нет, девочки, извините, 79, 0 как девятка, $79. 10.38 их номер. С, значит, граненый зеленый аметист, длинные серьги и английская швенза. Очень красивенькие. Я помню, что у меня где-то были с зеленым аметистом. Ну вот. Вот они, родимые. 10.38 их номер. Так мы и корзинку разберем. То есть смотри. Еще одно колесико за 60 долларов. Так, девочки, вероятно, перепутала. Значит, одно колесико $56, одно колесико $60. Значит, вероятно, $60 все-таки то, что было с фианитами, а вот 56 это вот без фианитов, только два у них колечка. Значит, это у нас, ребята, 20.71 за 56, а второе 20.57 за 60. Вот у них есть разница. К этим, кстати, колечкам есть и серьги, как ни странно. Обычно израильские заводы не заморачиваются комплектностью. Очень много изделий по одному, но иногда все-таки они делают и комплект тоже, хоть и редко. 2052, любимое мной кольцо наборное. Такие модели больше не делают. У них мастер, девочка, которая набирала вот эти вот. Там тут идет штифт, и это очень мелкие камни. Это гранат. Она больше не работает после короны. И поэтому вот все модели, которые были наборные, их было много разных видов. И серьги, и кулоны, и кольца. Больше нету. Единственное, что он сказал, приехать на завод, мы там поскребем, так сказать, по сусекам. Он мне кое-что там найдет.
последнее, что осталось. Но, в принципе, заказать уже такое нельзя, к сожалению. 17 размер, $59. 20-52 его номер. Серебряное кольцо с гранатами на штифт. Вот такой вот бублик сверху. Очень мне нравится такая система. Есть и жемчуг у него был, и изумруды, и сапфиры цветные одно время. Но, увы, это пока что уходит со сцены. Любименькие мои цветочки. Каждый раз я их беру. И, кстати, если кто-то хочет их заказать с другой вставкой, сюда можно... ну, тут фианит белый в данном случае и жемчуг натуральный. Но, в принципе, сюда можно, наверное, натуральные камни вставить в плане цитрин, там, аметист, голубой топаз. Мне тоже кажется, что можно. Не знаю, но 90% что да. В любом случае, эти серьги стоят $65. 10-39 их номер. Они очень красивые. Классно сделаны. Я всегда, если их покупаю, заказываю такую же пару новую. И к ним есть такой же точно кулон, если кому-то нужно. Так что забирайте. И немножко покажу шаблюли. На этом мы закончим. Это $44. Старые цены, ребята. У меня есть два таких кулона. Гранат. Нет, это не гранат. Это, по-моему, оникс все-таки. Да, ребят, это оникс. Оникс и опал с фианитами. $44. Сантиметра цепочка. Такие очень красивые кулоны. И очень классные серьги. Это у нас, помните, с тайного каталога. Я не помню их номер. Значит, они по $46. Это старая цена еще при старом долларе, при старых ценах на серебро. Сейчас это уже все далеко стоит за 50. $46 с гранатом. И такие же точно с аметистами. Если вы захотите отложить, поскольку у нас нет номеров, напишите, пожалуйста, в комментарии последние серьги видео ну, гранат или аметист, в зависимости от того, что вам нужно. Французский замок с петлей, очень симпатичные и классные. Забирайте. Жаль, что они у меня лежат. Реально очень интересные штуки. Вот, все. Жду вас в комментарии. Будем сегодня уже начинать массово разгребать ящик с марказитом. Так что велика вероятность, что завтра уже будет марказитик заказы. Всем пока. Да пребудет с нами сила, без паники. И все будет хорошо.